Анжелика Федосеева с будущей профессией определилась в старших классах, и она решила поступать на математический факультет Самарского университета. В ее жизни сложилось все, как в известной пословице «от ненависти к предмету до любви». В 9 классе у меня были очень сильные проблемы с математикой, а потом как-то, чтобы поступить в лицей, нужно было сдать все экзамены и их дополнительные. Я начала работать, вот, учить математику, и как-то у меня прям второе дыхание открылось на эту математику. Я поняла, что это очень интересно, и когда, как сказал очень умный человек, если ты знаешь математику, ты можешь знать все. Сейчас Анжелика учится на третьем курсе математического факультета по направлению информационная безопасность. Самому популярному средний балл по ЕГЭ для поступления сюда 225. Математический факультет – один из самых старых в университете. В минувшем году он перешагнул полувековой рубеж. Сегодня здесь учатся 500 студентов. Для этого у них есть все необходимое – современное оборудование, лаборатории и высококвалифицированные преподаватели. За эти 50 лет он как бы стал центром математической жизни региона, потому что у нас сейчас на факультете 9 докторов физико-математических наук. Это большая концентрация для города и для региона. Ну и мы стараемся поддерживать связи с ведущими математическими центрами как в стране, так и за рубежом, чтобы быть в курсе передовых веяний науки. О факультете сегодня рассказывают на Дне открытых дверей, который в этом году особенный. В режиме самоизоляции все вузы перешли на дистанционный формат обучения и с абитуриентами общаются онлайн. Безусловно, проведение Дня открытых дверей в дистанционном формате, оно позволяет собрать больше аудиторию, привлечь школьников не только из Самары или Самарской области, но и из всех уголков страны, рассказать им о себе, об университете, об образовательных программах и ответить на большее число вопросов. Количество зрителей таких трансляций переваливает за 10 тысяч человек. Дни открытых дверей проходят на всех факультетах университета. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте вуза. Видеотрансляции сохраняются в группах в социальных сетях. Мария Левина, Сергей Баскин. События.